Вертолеты казахстанской сборки планируют экспортировать в Узбекистан. Военную технику совместно собирают Казахстан Инжиниринг и французская фирма Еврокоптер. Об этом на 13-м заседании казахстанско-французской межправительственной комиссии сообщил министр по инвестициям и развитию. Как отметил Женис Касымбек, Франция входит в пятерку основных партнеров Казахстана в Европе. Инвестиции в отечественную экономику за 12 лет превысили 13,5 миллиардов долларов США. А с начала года товарооборот между Казахстаном и Францией возрос на 46% и составил 1 миллиард 700 миллионов долларов. Страны намерены расширить партнерство. На заседании был подписан ряд соглашений о сотрудничестве в сельском хозяйстве, возобновляемой энергетике, космической отрасли и здравоохранении. В Казахстане на сегодня работают 140 французских компаний. Среди них такие крупнейшие, как нефтегазовая компания «Тоталь», которая занимает 4-е место по объему добычи нефти в мире, а также «Аристон», «Данон», компания по производству электровозов. Мы также планируем поставлять на экспорт и эту продукцию. Мы видим, что французским компаниям, давно работающим в Казахстане, ничего не мешает развиваться. Мы намерены и в дальнейшем расширять наше присутствие здесь. Для этого есть все условия, благоприятные как инвестиционный, так и налоговый климат.